Лихаем, други мои, лихаем. Кто понравился, честно, больше? Полиночка не знает. Полиночка подумает. Гузеева, это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня женихи Александр, Григорий и Михаил. А невеста у нас Полина. Красавица! Шалом, проходите. Полина, 24 года. Ее возлюбленный был простым русским парнем и как ни старался, так и не смог понять ее тонкую еврейскую натуру. Полина – выпускница музыкальной консерватории, преподает уроки игры на фортепиано и пишет статьи о жизни еврейской молодежи. Любит петь в караоке и смотреть фильмы про любовь. Мечтает о счастливой семье и уютном доме. Предупреждает, что она перфекционистка. Выйдет замуж за чистокровного еврея без вредных привычек, который соблюдает национальные традиции и ходит в синагогу. По идее, я должна для зрителей задать глупый вопрос. Полина, вы еврейка? Да, я еврейка. Конечно, кто бы спорил. Красавица! Невеста хорошая. И если бы мы были не на «Давай поженимся», а просто вот встретили, я бы тебе и уступила. Ну, как говорится, гулять можно с кем угодно, а жениться нужно на еврейке, на своей. Поэтому вы хотите мужа еврея чистокровного. Да. А папка у вас русский? Папа русский. Где он? А пока ты вопрос задаешь, можно я сейчас метну? Ладно уже. Ту награду. Я все время говорю, татаро-евреи всегда полян накрывает. Ладно, ты пока вопросики, а я тут похозяйничаю, да? Внешне-то пока что тебе нравится? Внешне, да. Ну вот, и мне нравится. Халу вообще руками ломают. Абсолютно правильное замечание. Ну, пожалуйста, это хала, да? Это ты как тело сейчас берешь и вонзаешь, ну, не грязными же юками. А я не собираюсь. Возьми салфетки две. А я вообще не буду ломать сама. По еврейской традиции нужно омывать руки перед тем, как кушать. Конечно. Ну, она откуда татарим-то это знает? Знаете что, я себе сейчас положу. А это что, кстати, я кладу там? Это и сделает из баклажанов, там типа майонезик. Хацелим. Хацелим. А вы смотрите. Вот это фалафель, вот это хумус, а это хала. Мне это вообще ни о чем. Не хватает лихаема, чтобы еврейская соль состояла. Други мои, лихаем. А где мама сидит? Мама молодая. Подожди, мама в зеленом, да? Нет, нет, зеленая невеста, вот мама. Это мама. Это мама? Я думала, это подружка. Нет, это мама. Какая молоденькая мама. По секрету, у них еще есть старший брат. Вы старший брат? Не-не-не. У меня есть старший брат, но он ровесник. То есть мама еще моложе, чем кажется. Да, а вы кто этой семье? Духовный наставник. Да, можно сказать. Ну, это, конечно, большой человек в наших кругах. Это большой человек, да, молодец. Известный. Полиночка с молоком вашим впитала в себя вот это самое еврейство. Ведь и традиции чтит, и праздники соблюдает, и хочет на родную землю, и детей хочет рожать еврейских, правильных. Вот откуда это вдруг? Мой приход, так скажем, в еврейство произошел, когда мне было 13 лет. Я пришла домой, мне просто мама говорит, что ты поедешь в лагерь. В какой лагерь? В еврейский лагерь для девочек. Я вытрясла глаза, говорю, а я еврейка? Как раз потом в лагерь пошла. И то, что познакомился, когда дух искал, тоже с девушкой в лагере. И потом мы с ней общались. Тоже пришел в еврейство, тоже в 14. В 14 лет перешел в еврейство, в 15. 14 хотел. То есть бабушки ваши родители. Рыпался между православием и еврейством. Но в 14 пришел. Йом-Кипур соблюдаете, все, да? Ну, теперь сейчас я, да. Угу. Тогда, когда я была маленькая, шаббат. Нет, особо, да. То есть, вот прямо мама, а вы? Да, конечно. И вы тоже соблюдаете? Да. А не пробовали в синагоге? Ведь большие проблемы у хороших еврейских мальчиков из хороших еврейских семей найти вот такую красавицу, как вы. Ну, в синагогу, через синагогу не знакомились? Мама не пыталась? Мама пытается всегда, но я не скажу, что не пробовала знакомиться, просто пока не встретила того единственного. Представь, сколько вот у нее будет, ну, на нее будет смотреть молодых людей. Да, кстати. Так что это придется всю свою жизнь. Твой друг будет смотреть на него. Ты опасный человек. А если будет правоверный, вот такой ортодоксальный, заставит побрить волосы, надеть парик?
Волосы под парик не бреют, это ошибочное мнение. Ну что вы мне говорите, ну ладно. Ну это, конечно, это бреют. Нет, ну ортодоксы... Единица определенного течения, очень узкого. Да. Как это? Да, носят парики и волосы сбривают. Ну... Вообще это выглядит ужасно, вот эти шапки, парики, ну как-то мне, ну это уже такая крайность. Но если все-таки вот из женихов понравится, ну поставит перед вами вот такое вот условие. Ну вот честно, носить парик бы не хотелось, я люблю свои волосы. Нет, подождите, вы либо все давайте и со всеми вытекающими этими, либо тогда говорить, что я тут такая светская, вот что-то мне нравится, а что-то мне не нравится, я, так скажем, не бывает. Так, на пути. Поэтому я себя не могу уже назвать полностью светской и полностью религиозной. Пока к парику я не готова. Волосы красивые. Абсолютно точно не нужен никакой парик. Стричь не надо. Так как есть, отлично. А приданное-то у вас большое? Или вообще что у вас в приданном-то? Большое приданное. У меня недвижимость в Нижнем Новгороде. А недвижимость на чье имя и сколько недвижимости? На мое имя 3 квартиры. А в Москве вы где живете? Снимаете? Да. А чего же не продать одну квартиру, купить в Москве? А цены разнятся, скажем так. Нужно продать 3 квартиры и купить одну в Москве. Миш, для тебя важно приданное у девушки? Думаю, что нет. То есть это не основополагающий? Нет, приданное это не основополагающий. Ну, а тут еще и приданное есть, прекрасно же. Если муж поставит условия, не работай. И сколько хотите детей? Ну, детей минимум 2. По поводу условия не работать, ну, моя работа, она... не занимает все мое время. Просто чтобы я могла как-то самореализовываться и учить. Мне нравятся детей. Если будет вас устраивать парень и еврей, и религиозный достаточно, но не понравится вашей маме, будете прислушиваться? Да. Очень красивая девушка, замечательная мама. Хотелось бы, конечно, чтобы что-то у них завязалось, получилось. Чтобы она выбрала, зашла именно в нашу комнату и... чтобы мой сын ей понравился. Роза, Тамара, а у меня и давайте вопрос, знакомиться. Это у вас эталон еврейского мужчины? Ну, как ориентиры. Целеустремленный, щедрый, работящий, в меру соблюдающий, умный, следит за собой. Думаю, это я. Думаю, не больше, не меньше. Она же хочет рыжих детей. Таня тоже рыжая. Кого советуешь, Роза? Меня... скажем так, удручает, расстраивает в молодых девушках. Это, конечно, проблема родителей в том, что в старину ведь даже невеста не видела своего суженого вначале. Вот кого сосватали родители по собственному опыту, по всем канонам, независимо, татары, евреи там или православные. И в старину девушка, жена будущая уже, она подстраивалась под характер мужа, того мужчины, который сосватали. У нас сейчас, к сожалению, что происходит? Девочки рассматривают молодых людей, невесты я имею в виду, как жеребцов, как скотину. То есть с каким характером? Ищет попроще, чтобы жить полегче и особо, собственно говоря, не париться. И поэтому нам все требования по поводу, чтобы и любил, и внимательный, и добрый, и понимающий, и деньги. Тебя это расстраивает, правда? Расстраивает. Какой ужас. И поэтому... не важно, что он импотент, а что он извращенец. Потому что, у нас все импотенты, что ли? Ну, послушай, почитай классику. И что, а что классика? Классика 100 лет назад была. У нас, а у тебя сын, у меня сын. А ты же 100 лет назад ты говоришь, меня... когда... Раньше нет, Рос, мы сейчас давали не ссоримся, мужа. Давай так. Вот смотри, это не приведи Бог, когда не мил сердцу. Рядом с ним будет женщина погибать. Все должно быть по любви. Нет. Без любви это ужасно, то, что тогда тебе дают. Тогда вливайтесь, дорогие мои, в армию одиноких девушек до 30 и после, которые бредят просто-напросто тем, что у них еще все впереди. И извините, чем это закончится. Правильно говорю я? Святой человек. Не будем сейчас. Я верю, что мы... Я уверен, что мы в консенсусе подберем и поможем Амалии. Нет, если изначально есть какая-то симпатия, то потом нужно уже работать и притираться. В первую очередь хочу поддержать, потому что действительно ваша внутренняя суть жаждет любви. И у вас и дети будут от любимого человека, и вы выразите свою внутреннюю суть как раз в любви и в детях. Какой приятный голос этой женщины. Она говорит уверенно. Здесь у нас прозвучало, что бросите работу, а сядете дома и с любимым. Нет, это не ваше. Даже если это в традициях будет важно, вы знаете, может случиться так, что в браке все
тяжелее и тяжелее будет. Вас будет угнетать это. И в результате вы можете расстаться с человеком, которому сами пришли подчиниться. Потому что только уйти в семью не для вас. Вы потеряете себя. Ну, мне кажется, завоюем ее сердце. Конечно, завоюем. Проходите. Знакомьтесь с первым женихом. Здравствуй. Здравствуй. Зачем ты нежно улыбаешься, терзаешь сердце, душу мне? Ведь ты еще пока не знаешь. Моя любовь лежит тебе. Это тебе, и я рад, что пришел с тобой познакомиться. Спасибо. Александр, 26 лет. Помощник в молельном зале синагоги. Любит играть в настольный теннис, умеет готовить, изучает Тору и Талмуд. Мечтает жить в Иерусалиме. Признается, что раньше выпивал. Предупреждает, что строго соблюдает иудейские традиции. Александру патологически не везет в любви. Первая возлюбленная решила, что он насильник, а вторая укусила его за руку. Надеется, что Полина сделает его счастливым. Здравствуйте. 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 Того, кто кушает мацу, я сразу вижу по лицу. Вы пришли с мамой и с кем? Я пришел с мамой и с другом Александр, который занимается туризмом. А кушать не желаете, а то я одна тут сижу и ем. Все как-то это, смотрят только. Ну, угостите, что любите? Давайте, я просто не очень, я вам прямо сейчас поднесу. Ну, не стесняйтесь. Что дадите? Нам что дадите? Равно. А, немножко халы можно? Мы все любим. Халы, только дай две салфеточки, и себе мужчина сам. А вон халы. И тарелочку. Ей нужен светский. Да, да. Он, поэтому, он религиозный. Поэтому он чересчур, как бы, я думаю, что она уже сделала свой вывод от нем. Я тоже так думаю. Я думаю, что нам не очень помеха. Шадханит знакомила вас с девушкой, да? Да, я пытался познакомиться. Первый Шадханит мой... это слаха, Шадханит, да? Это который слаха. Делает шедух в иудаизме. Но она была не шатханит, а он был шатхан. Он предложил мне девушку, которая с Вильнюса. У нее двое детей и от разных мужей. И еврейка? Она еврейка, по матери, да. И я, когда с ней пообщался по скайпу, я для себя решил, что для человека важно, чтобы жена была еврейкой, чтобы ребенок был еврей, и чтобы была жена одна, не от разных мужей. И я на этом как бы сказал, что мне такая девушка не подходит, без всяких обид, то есть... Ну, разобрался. Вот, я в этом разобрался. Да. Это мой был первый шедух. А ты когда я знакомился с Шадханит? Нет, я не шел к Шадханит специально и не... Ну, ведь не организовывалась у меня такая встреча. Наверняка же к раввину-то звали на ужин, там, на шаббат. На шаббат звали. С другими девочками. Меня просто тоже звали, как бы... Скрытый шедух такой. Да, такой, завуалированный. Вот смотрите, Полиночка абсолютная красавица. А, великолепная. Просто красавица. Очень великолепная. Красивая девушка. Красивая девушка. Замечательная девушка. Да, красавица из хорошей семьи. Мамочка Мама такая очень прекрасная. Хорошая, да. Да. Замечательная. И религиозная, и сама пришла к вере, видите? Сама хочет. Да, а у вас преданное, это какое? Мы ж тут как бы говорим, да, давайте, а как содержать семью будет? Что у нас? Вы москвич? Да, я москвич. Да. Квартира у вас москвич. Своя? Квартира есть. Есть квартира. Правда, что евреи любят только маму? Да. Да? Да. Да. Ты еще должен сказать нет. Нет. Вы отправляли мальчика своего, так же, как вот Полиночку, мама, в еврейский лагерь в 15 лет, да? Да. И вы там познакомились с девочкой, ваша первая Саша, любовь. Да, первый раз Расскажите. Познакомился с девушкой. Я там познакомился с девушкой, и мы общались неделю, потом у нее заболел живот, я ей принес пирожок. Потом я узнал, что она живет в Люберце. И я решил к ней поехать. Она вдруг сказала своей бабушке, когда я уже подъезжал в Люберце, чтобы типа этот человек не подъезжал. Потому что бабушка сказала, вдруг он тебя изнасилует. Хотя у меня были намерения, кавана, ехать к той девушке. Тем более вы в шаббат, по-моему, да? Да, да. Нет, да. Я к ней в шаббат приехал. Да. Я хотел просто, как сказано, что мужчина должен первый идти к девушке. Ну, конечно. Девушке. Тем более в одном городе, в Москве. И после этого я развернулся и уехал. Ты часто ошибался? Я всегда ошибаюсь. Ну, вот, значит, я не интуиции. Александр, а потом на еврейском семинаре вы познакомились с той девушкой, которая вас укусила. В семинаре я познакомился с девушкой. Она была из Перми. Мы две недели встречались. О, какой, как хотела, видать, вот, вашего Санька. Даже поцеловались. И вот когда она уезжала, у нее когда прямо уезжала в Пермь. Что-то случилось. Потом она приехала в Москву на 3 дня. Была в Израиле. Ей негде было остановиться. Я говорю, можешь остановиться у меня.
И после хорошего страстного общения она меня надкусила. Как вот Адам. Это вы только укусил? Целовались, она вас укусила. Только. А если бы был только секс? Не, а если бы но был потом... секс, она бы откусила. Но потом она ушла. Нет, пока все целое на месте. Но потом она ушла, он ушел Саша на работу, оставил ее одну. А секс в квартире. Я ее увидела, я не ожидала. А мне об этом он не сказал, я ее увидела. Я сказала, да что ж такое-то здесь творится-то? А она по телефону... Нет, она сидела на диване, разговаривала по телефону и назначала свидание с Игорем, со своим знакомым, который здесь, в Москве, живет. Какой ужас! Она не видела, что вы там рядом, да? Давай, так не поступают еврейские девушки. После этого и русские не поступают, поверьте. И русские тем более. После этого я еще узнал, что она... А уж татарки тем более. А это 100%. После этого я узнал, что она еще родила мальчика. Нет, но не от меня. Не знаем от кого. А секс-то был, я так и не понимаю. Не было. Так и не дошло. Слушай, это самое главное, а зарплата, да? Какая у нас в месяц? У нас хорошая. Очень хорошая, квартира есть. Нет, а сколько? До 50 или после? После. Все после. Все после. Это вообще очень плохо, когда мама излишне лезет все-таки в личную жизнь своих детей. Реально большая проблема. А какие она должна соблюдать... правила, традиции. Для девушки важно это шаббат, кашрут, да, и чистота семейной жизни. Вам мило сердцу то, что говорит Александр? Откликается в вашем сердце? Нравится. Каждое слово? Нет. Почему? Ну вы же и хотите. А вот сейчас поясните, пожалуйста. Значит, вы же пришли. Вам нужен был еврей, пожалуйста, религиозный, пожалуйста, соблюдающий все праздники. Да. Материальный достаток есть, квартира есть. Что еще не? Что не так? Не ёкнула. А что, мы еще на ёкане сейчас будем еще это ориентироваться? А что по этому поводу не ёкнула? А, не ёкнула. Ну, ёкнет, не все же сразу. Вот ляжешь, когда замуж выйдешь, и ёкнет, правда ведь? А вы там, как следует ёкнет. Не ёкнула, то есть у нее важно чувство. Видишь, у нее основа-то чувственная, а не в башке. Ася, а еще дети есть у вас? Нет, один у меня сыночек. Ой, один. Моя дорогая, а нет. Что же вы так? Я его очень-очень люблю. Так еще получилось бы в жизни. Он очень хорошо вяжет. Вот это платье, которое на мне он купил мне, даже я вот он не знаю моего раз, ну, как бы, так вот, пришел в магазин и купил. Но очень заботливый человек, он очень добрый, порядочный. Ко мне это замечательно видно относится. Слушайте, прям идеальный мужчина. Ну что, Гриша? Походу, не получится для ничего. Думаешь, она... Только он, только он. В Израиль не собираетесь? В Израиле я был как раз. И вот для девушки привез кулончик с Иерусалима. С Иерусалима. Там написано «Эшет Хай». Это когда перед шаббатом, да, точнее, после шаббата поют вот такой вот кулончик. Это... Подайте. Мешочки такие. Угу. Какая красота. Чтоб всегда ёкало. Да, да. Каждый день. Надо было каждый подойти день и отдать. Ну, волнуется человек. Я? Ну, волнуется. Нет, я не волнуюсь. Вы знаете, что я вам хочу сказать, Асечка, чтобы вы между не переживали? Между прочим, религиозный до хупы нельзя не дотрагиваться. Я знаю, я уже сказала вам. Я хотела сказать, но я взялась за мешочек. Ничего страшного. Нельзя. Нельзя никому. Нельзя. Ну, хорошо, вы в воде промоете. Я не знаю насчет ее горящего глаза, конечно, и ее трясущихся колен, но у него глаз горит. Нельзя спросить нашу любимую Тамарочку? Она все скажет, это вы будете. Что ждет моего сына? Очень бы хотелось. Ну, скажи сейчас. Обычно мы это говорим, когда вы уходите в комнату, но можешь сейчас Тамар сказать. Ничего, да? Если честно, я хочу сказать, что пройдет полтора года, вот, прежде чем у него сложится все. Ну, это не так долго. Да. Я думаю, что... До 30, да. Пока просто подождите немножко. Тамар, вот скажи, пожалуйста, мне кажется, или, ну, при маме, что Асечка не все знает, что у Александра есть тайная сексуальная любовная жизнь, которую он не хочет маму травмировать и расстраивать. Я думаю, у Александра все хорошо, и бабы у него есть, и любовь у ничего него есть. Ничего не знаю первый он раз. Он не хочет, потому что он к вам приведет ту единственную, про которую скажет жена. Да, у него все в порядке, вы даже не переживайте. Какие его годы? 26 лет, мальчик. Аминь, дай Бог. Конечно, есть. Конечно, есть. Конечно, есть. У всех нас она есть. У всех нормальных
У всех, у кого есть тело, есть любовь. Тогда если она у него есть, зачем он приперся сюда? У вас есть три бонуса: свидание наедине, скелет в шкафу, семейная традиция или тайна. Что выбираете? Ну вот, вы меня заинтересовали семейной тайной. Я в 14 лет рыпался между иудаизмом и хотел... Сначала я думал покреститься, да, ну, как бы не мог определиться в жизни. Но потом мама позвонила подружке, и подружка сказала: отдай сына, есть еврейская школа замечательная на Чистых прудах. Я пошел туда учиться, и так постепенно меня уломали сделать обрезание. Как известно, что евреям делают на восьмой день, а мне сделали в 15 лет. Я как бы хазар большева, то есть приближающий. И стал так постепенно изучать традицию Торы. Слушай, я вот одного понять не могу. Человек идет знакомиться с девушкой, с которой потенциально он хочет стать мужем и женой. Но ты хотя бы побриться, конечно, можешь? Сюрприз приготовили или вот кулончик? Нет, еще сюрприз. Показывайте. Спасибо. Спасибо вам. Проходите всем в свою комнату. Представьте, я буду приходить с ней, и все будут смотреть на нее. И рядом ты вот так вот. Мое. Мое. Чье, твое? Нет, мое. Мне надо будет кричать на людей. Виктория, как вам? Хороший домашний мальчик. Ну, я точно знаю, что Полинушка не влюбится в такого мальчика. Почему? Потому что высокие запросы, потому что... таких мальчиков много вокруг Полинушки. Слава Богу, что мы первые. Так здорово танцевал и говорил от всей души. Она чувствует. Когда даже, человек искренне даже, говорит, Ася, это всегда видно. Даже Ставропольский рот открыл, он не ожидал. Мне Александр понравился. Ну, может, у него там и есть какие-то недостатки. Вот вы, ты даже больше к маме, наверное. Надо дочке объяснять, чтобы она зрела в корень. Внешне не нравится... А вот вы как будущий, не знаю, модельер, стилист, кто угодно, потому что вы в этом качестве будете всегда. Жена именно для мужа в таком качестве обязана присутствовать. Посмотрите, заставите он фитнес, ничего, сгонит он свой это, оденется по-другому. Он религиозный, он не оденется по-другому, Рос. Ну тогда все мужчины, если он будет брутальный, конечно, с кубиками, под таким пиджаками, под такой бородой и шляпой, все будут на одно лицо. Тогда я не понимаю, как она его выбирает. Если ей брутальный нужен. Как? Я хочу сказать, что Александру хорошо бы чуть-чуть отколоться от мамы. Мама прекрасная, но... Не сможет, да, вот подсказывает Тамара. Но чуть-чуть, мама, поводок расслабьте при всей любви. Но иначе так и будете вместе. Дайте немножко свободы. Ой, тут она мне. Надо немножко ослабить поводок. Свободу дать, действительно. Тихо! С возрастом может случиться так, что семья будет очень традиционная, понимаете, с устоями железными такими крепкими. И вот то, что связано именно с понятием религии, где делюсь я на свою отдельную тайную жизнь, а семья, как бы так сказать, существует, но сама по себе, она для него, но сама по себе. Понимаете, потому что огромный интерес все-таки будет играть мистика. Знакомьтесь со вторым женихом, удачи! Полина, когда я пришел на эту передачу и увидел тебя по телевизору, я понял, что я не зря пришел. Это тебе. Спасибо. Григорий, 26 лет. С
специалист по клиническим исследованиям в области фармацевтики. Окончил Международный еврейский институт финансов и права. Имеет степень MBA. Интересуется политикой и мировой экономикой. Гордится тем, что жил в Германии и работал в Африке. Предупреждает, что слегка неряшлив. Первая возлюбленная Григория вышла замуж за другого, а вторая оказалась несвободна. Надеется, что Полина станет его женой. Евреи все-таки парадоксальный народ. Рождаются в России, хотят уехать на родину в Израиль, оказываются в Америке, а мечтают жить в Одессе. Вас-то какая нелегкая в Африку занесла? Я хотел заработать денег. Ближе не нашлось нигде, да? Я хотел очень много денег. Ты просто не можешь... Очень по-нашему, по-хасидски, конечно. Африка? Заработал? Нет, к сожалению. Жених волнуется, нервничает. Но невеста ему понравилась. Вот, ну, невеста у нас вон какие подарки принесла. А вы это, вот колбаска-то это вот тоже к нашему столу? Да, 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 к вашему. Да, колбаска к вашему. Это кошерная колбаса. Ага. Наша еврейская. А вот класс. Вы... Угощаем вас. Так, товар, да. Давай сюда. А я еще хотел бы маме цветок подарить, если можно. Невесте? Я подарил... Нет, я подарил маме. Невесте цветок, но я еще хотел бы и маме. Маме дарить, а нам колбасу. Очень приятно. Нет, ну это же надо было додуматься, принести на передачу колбасу. Какая бы она кошерная ни была, но колбасу. Видишь, люди бывают разные. Для него это чрезвычайно романтический подарок для девушки. Вы ходили на шедух, и вас там тоже познакомили с девушкой? Да, один раз я ходил на шедух, я познакомился с девушкой. Это было единственное мое, ну, как бы знакомство с ней. Одно свидание было с ней. И что? И оказалось, ну, я... Вообще такие вещи надо говорить, но оказалось, что она была замужем уже месяц целый. А как же они вас могли знакомить с замужней? Ну... Ну, там же все проверяется. Я знаю, я с вами полностью согласен. А не грех, что я буду резать? Нет, пожалуйста, ага, у вас женская рука. Да, мужская. То вы каких ломти тут режете? Григорий, подождите, вы сейчас введете заблуждение, и люди станут бояться ходить на шедух. Там же все как раз проверяется, это же там профессиональное сватовство идет. Она была замужем уже 2 месяца, когда у вас... Нет, она была замужем. И она развелась, и она пришла опять на шедух. Господи, я же испугалась, думала, уже совсем, что ли, евреи с ума сошли и замужних пристраивают. А может, у них текучка кадров Подождите, большая? Подождите, а вы хотели на невинной жениться? Ну, у меня... Желательно бы, да. Смотрите, а вот красавица Амалия, она же Полина, не была официально замужем, но она не невинна, она проживала с Гоимом. 2 года. С Гоем? Конечно. Это не породу не ухудшает, нет? Нет, я думаю, нет. Ну, в любом случае, я думаю, что после свадьбы человек становится другим человеком. А вы ее почистите просто как-то? Да, у нас есть... По-своему. У нас есть обряд. В микву надо ходить женщине и мужчине, и тогда становится чистым. Саша, ты помнишь, что она говорила про тебя? Какая-то у тебя тайна есть. Кабала, она права? Нет, любовная. Какая тайна? Какая-то любовная. Ну, что ты, нет у него никаких. Это ты у Тамары спроси. Папа, у нас же папа рядом, да? Да. Как невеста? Очень привлекательно. Не особо-то с претензиями, без понимаете? Без первого жениха просто взяла нет. унизила. Нет. Нравится? Да, все нормально. Ну, если получил, было бы замечательно, но это же от них зависит, а не от меня. А чего вот ей еще надо? Смотрите, у вашего-то чуть ли не 3 высших образования. Да. Зарплату даже спрашивать не буду. Лучше не спрашивать. Все хорошо, я так поняла, да. Выглядит, смотрите, как. Кубики есть? Есть, он вижу. Одет модно. Модный парень, да. У него вообще специалист по клиническим исследованиям в области фармацевтики. Сейчас это вообще только все богатеют, фармацевты-то. Гриш, на самом деле, везде там, где деньги. И это хорошо. Поэтому я здесь. И деньги нравятся. Дайте денег. Ну, вообще, Гриша, он такой очень исторический человек. Я вот, сколько его знаю, всегда все его истории, они какие-то, ну, невероятные. Там и Замбия, там и Германия, и Великобритания, там что только не было. Вот, и, да, и, ну, истории с женщинами. Ну, ни с кем все не складывается, да? Ну, в общем, истории да, с женщинами. Помните, когда Моня, тебе не понять мою ранимую женскую душу. Мне всего лишь навсего нужно от тебя внимание и уход.
Люся, внимание, я ухожу. Так и вы. А я все равно лучше. Саша, а я все равно лучше. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Антон, жена есть? Нет, жены нет. И не было. А вы знаете, что у нас так бывает, что пришла к одному жениху, а ходит совсем с другим? Амалия. Я знаю, поэтому имейте в виду. Не думается, что начнется драка между Григорием, да? Не, ну и есть такое, у нас просто врага, с Гришей. Поэтому мы уверены в Антоне, что у нас с Гришей огромное чувство солидарности и поддержки, мы давно знакомы. Хорошо, а если придет к вам в комнату Полина? Ну, никогда. Она же Амали. Что скажете? Пошла вон отсюда, иди к моему другу. Да. Ну, конечно. Скажешь? Конечно. Нет, здесь без здесь. Почему? Без а еще же ничего не зародилось, еще же ничего не связывает. Это даже не предательство. А вам-то, Антон, нравится? А то мы тут уже это распределили, кто кому. Я думаю, что да. Что же вы меня компрометируете? Я думаю, что Антон нравится. А что вы компрометируете? Посмотри на глазки на ее. Да, я тоже. Хочешь колбаски? Да, я заметила. Я в этих делах, ребята, артистка какая-никакая. Я все эти переглядышки считываю в 1 секунду. Может, на минутку? Ничего в этом такого нет. Пусть это жизнь. Это жизнь. Да? Ребят, вот сейчас отступают всяких правил. И понимаю, что у вас разные, вы можете выбрать оставшиеся бонусы, скелет в шкафу и свидание наедине. Хотите сходить на 1 минуту пообщаться с Антоном? Так, какой-то незапланированный конкурент у нас появился. Не слабо, да, ситуация. У меня чуйка на все это. Сходите на минуту. Ничего он не украдет, он вас точно там не ударит. Сходите с Антоном, а мы еще здесь поболтаем. Пообщайтесь. Почему не поговорить? Палкой-то никто сейчас не ударит вас. Зайдите в комнату на 1 минуту. Можно. Ты разрешаешь? А я как раз вашего друга попытаюсь. Ну, как-то это все ситуация. Мне она маленько как по... Как-то я себя чувствую, ну, не то, что неловко. Предателем. Просто. Да. Хотя он сказал, ну, как бы, иди и так далее. Но для меня просто Гриша, он практически родной. Да, наверное, с твоей стороны был... Не то, что было бы. Я вообще, если честно, плохо. Хотел сказать, что, как бы, давайте не будем этого делать. Давайте лучше колбасы там поедим, не знаю. Чего угодно, только не это. Вот. Ну, расскажи про него что-нибудь. Про него что-нибудь рассказать? Понимаешь, Гриша, он... Ну, тебе точно с ним не будет скучно. Вот, потому что он... У него так мозг устроен, такое мышление интересное. То есть он все время найдет либо приключений, там, либо увезет тебя куда-нибудь. Там. Ну, что-то такое произойдет интересно. Ну, и, кстати, так как я его друг, я все время буду где-то рядом тереться, так что... Гриш, вы молодой, 26 лет. Да, уже старый. Ну... А вам невеста вот прямо нравится, прямо и физически Григорий, нравится? Григорий, вы вообще 2 раза будете женаты. Женщины будут вас обхаживать, и ради вас и вашей работы вокруг вас бегать, скакать, все у вас будет нормально. Не плачьтесь. Когда? Скоро. Культурный, интеллигентный парень с высшим образованием. Достойный. Серьезные намерения. Хорошие семейные отношения. Построить семейное счастье. Ну что? Я, наверное, может быть, слишком активно участвую, но вы смотритесь прекрасно, и я ваших детей уже вижу, как это не странно. Вы знаете, бывает... Нет, ну серьезно, вот как-то вы одной породы. Вот она настоящий шедевр. Нет, ну в принципе невеста довольна после этой минуты наедине, может быть, ей понравился друг. Пусть вас не смущает разница рост, это вообще ни о чем. Как бы насколько у меня есть религиозны? Такая штука, как комплекс Наполеона. Вот, это прям, ну я прям себе давно в этом признался. Вот, и ну, с этим живу. Пойдете. С этим живу. Правильно, далеко пойдете. А это и нужно. Полине нужен амбициозный мужчина, у которого далеко идущие планы. Вот видите, она уже это, волосики это поправляет нервно колье. Говорили мы только о Грише. Ну и дурак. Гриша, а сюрприз есть? Ну, есть сюрприз. Как Антон отреагирует на это? Ну, дорогой мой, теперь вы как-то вступили на тропу конкуренции. Это то, что я боялся. А можно себя пригласить? Девушка, по нашей традиции нельзя танцевать. По традиции нельзя танцевать.
Давай. Спасибо большое. Ну, на самом деле, у меня есть еще один подарок. Это я специально из Израиля привез кулон. Только, но есть, здесь просто находится кулон. Но у меня есть еще цепочка к нему. Если ты выберешь меня, то я тебе подарю цепочку к нему. Ну, это по-еврейски. Нормально. Хитро поступил. Вход такой. Да, молодец. Покажи кулончик-то, похвастайся. А, красиво, красиво. Да. А я вот не поняла, а почему нельзя танцевать? А, по еврейским обычаям еврейская девушка не может петь и танцевать при чужих мужчинах. Это считается нескромным. Не, подарки можно брать, да? Да, из рук это скромно. Скромно. Я взялась за коробочку. Ой, какие у нас это... А, ну как у нас тут все-то... Скромная, это воспитанная. Скромно Михаэль. Воспитанная. Да. Что скажете? Цепочку надо брать. Ну, это значит, мы зацепили. Это значит, что не все так безнадежно у нас с тобой. А вам, мама, кто больше нравится? Хорошие мальчики, вот эти такие, видно, что благополучные. Вот из таких мальчиков мы будем выбирать мужа для Полины. Полиночка, кто понравился, честно, больше? Полиночка не знает. Полиночка подумает. А мне больше всех нравится Роза. Да? Да. Веселая. Да. Мне понравилось. Мне так все нравится, такие женихи хорошие. Гришенька просто прелесть-прелесть. И вот и колбаски принес кошерные. И прямо и потанцевал, я хоть за молодое тело подержалась. Меня, знаете, Полиночка, вы расстраиваете. Знаете, я тоже могу тут это ха-ха-ха, ла-ла-ла, рыночные и так далее. Но я тоже мать, собственно говоря, я тоже знаю закон это. А, мне а кажется, знаешь, почему? Красивые, потому что. А, поэтому имеет право кабинить. Нет, сидеть. Не имеет права. Ну. Вот вы не позволили... ну, я просто сравниваю. Это мое. Обижайтесь, не обижайтесь. Вы не позволили мужчине дотронуться до себя, говоря о том, что... Ну, там, я не спорю с законами, нет. Но это вот... Я представила, как татарочка бы делала бы. Мне это... Вот если бы я мама была и видела, как это... Мне это было бы очень обидно. Вы его отталкивали. Если вы говорите и декларируете, что вы такая правильно воспитанная, хорошая будущая жена, добрая, трепетная, и это делать надо тоже правильно. Так, чтобы это не вызывало, по крайней мере, у свахи раздражения. В общем-то. И у молодых людей. Не, ну мы же не муж и жена. Пока. Нет. Он же ничего нет. не сказал. Да. Да, даже если бы были муж и жена, мне кажется, ну, вы да, бы не даже, танцевали. Даже вот так вот. Нельзя было. Да. Еще есть один жених, знакомьтесь. Сейчас зима, темно и холодно. Я тебе сегодня подарю несколько подарков. Это мой первый подарок. Я хочу, чтобы тебе было всегда светло и тепло. Спасибо. Михаил, 30 лет. Менеджер по развитию производства изделий из пластмассы. Подрабатывает пиар-агентом в еврейской общине. Любит футбол, ходит в бассейн и играет на гитаре. Мечтает побывать в Лондоне. Гордится тем, что пробежал 10 километров на городском марафоне. Михаил расстался с первой девушкой, когда узнал, что она не еврейка. Вторая возлюбленная сочла его слишком экономным и бросила сама. Уверен, что с Полиной они созданы друг для друга. Здравствуйте. Здравствуйте, шалом. Расскажите, как вот после получения диплома руководительница пригласила вас всех в гости, да? Да, она, у нее есть традиция, она каждый год собирает своих и посадила вас за стол с девушкой? Да. Так как я уже на тот момент был очень активным человеком в еврейской общине Петербурга, я, конечно, рассказал про все еврейские возможности, которые есть. Пригласил ее в синагогу. Я думаю, что нет, не подходит, потому что он очень, вот мне кажется, такой парень стеснительный. Вы были неопытны, у вас же не было инструкции по применению к женщинам. Нет, поэтому вы, в общем-то, мальчишка молодой, не знали как и много наделали глупостей. Да, вот одна из них
это то, что вы копили деньги на квартиру. Да, я считаю, что вот в данный момент нужно быть очень открытым. То есть это не глупость копить деньги на квартиру, но нужно объяснить партнеру, сказать, что сегодня я не могу тебе купить диадему бриллиантовую, потому что... Там? Просто там же дело не в диадеме было. Ну это уж я так преувеличиваю. Нет, да там, может, девочка мороженое просила, а он ей сказал, говорит, извини... Копейку, нет, рубль нет, бережет. Дело мороженое не было у девочки. А это не вы сейчас с животом сидите, вот та самая девочка? Нет, нет. Ну, а в чем ограничил тогда, чтобы было понятно? Нет, ну вообще, я раньше расставался с деньгами гораздо тяжелее. Нет, я не хочу, за ты кашель. Ты поедешь со мной домой, на алтуфе. Потом кашель. Да нормально, я на Волочайску. Нет, ты не поедешь на Волочайску сегодня. Нет, ты не поедешь туда. Нет, Саша, не поедешь. Надо тебя лечить. Вызвать врача. Хоть квартиру купили? Да. Накопили? Хоть да, цена-то? Да, да. Ну, квартиру купил, да, но буду поступать иначе. Знаешь, да, анекдот про еврейскую скупость, когда говорит: Абрам, сколько ты денег положил в конверт этим молодоженам? Он говорит: а что уже, конверт сегодня ничего не стоит? Я, знаете, я мало того вам скажу, он даже друзьям не сказал про квартиру. Мы все там за спиной, за глаза обсуждали, что что-то Миша, ну, чересчур прижимистый. Ну, очень себя прижимистый. Прижимистый – это когда он любит прижиматься к друзьям. Ну, отчасти, отчасти. И тут он приходит радостный, говорит: ребята, я квартиру купил. И начал сорить деньгами после этого прямо. Я просто думаю, что это такая будет конкуренция, мне надо... Сколько нам усилий приложить, чтобы победить? Вы можете выбрать оставшиеся бонусы «Скелет в шкафу» и «Свидание наедине». Воспользуйтесь? Да. Пожалуйста, проходите. А я колбаску поем. Колбаска-то вкусная? Вкусная, ты знаешь. А вот с этой лепешечкой, не знаю, как она называется. Ну, отрежь, Танюсенька. А что для тебя самое важное в мужчине? Пожалуйста, чтобы он меня любил и понимал. Мне кажется, что это у нас традиция. Любить и понимать, и уважать. Ну, значит, у меня традиционное представление о мужчине. Замечательно. Я думаю, что мы можем общаться, и, возможно, что-то получится. Я бы сказал, я уверен, что-то получится. Уверенность – тоже важное качество для мужчины. Слушайте, ну вообще жадность – это такая гадостная черта. Он не жадный. Он домовитый. Он именно, он экономный. Он просто, он не будет тратить деньги на он то, что... Он просто думает, на что тратить. Да, вот на что объективно ему деньги тратить не надо. У него это от природы. Он с трудом зарабатывает и у него вкладывает. А у него он здесь чем занимается вообще? Меня расстроило сейчас, Тамара сказала, он с трудом зарабатывает. Я не хочу, чтобы зять зарабатывал, я говорю, с трудом. Он вкладывает в это. Знаете много что, сил, вы еще понимаете? Зятя найдите. Поэтому... А потом будете сесть и выбирать, с трудом он зарабатывает или не с трудом. Виктория, я своему зять сама оплатила. Без труда. Даже украсть деньги, по-моему, невозможно. Я бы хотела, чтобы дочка никогда не нуждалась, чтобы она не зависела от своих уроков. Нет, так вы должны были вложить дочь, чтобы она не нуждалась. У нее образование такое, она не сможет зарабатывать деньги. Приданое надо было собирать ее с момента ее рождения. А вот откуда, смотрите, если дочка не из богатой семьи, да? Если она не купалась в роскоши с детства, откуда такое желание, чтобы она, выйдя замуж, вдруг зажила кучеряво деньги к деньгам? Я знаю этот закон. И равные браки. Поэтому я понимаю, если бы сидела там... Понимаете, о чем не буду при детях? Но так вдруг... Нет, мы хотим сюрприз. Но в любом случае, после свадьбы поменяется ситуация. И какая была там... Ей придется стать новым человеком, как и мне. Красавицы, девицы, мы привезли вам жениха из северной столицы. Умен, красив, неотразим. Товар в отличном виде. Еврейским Питером любим наш молодежный лидер. Черебим, черебом, черебим, бом, 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 берем. Черебим, черебом, черебим, бом, 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 бом. Ай, черебири-бири, ай, черебири-бири, ай, черебири-бири-бим, бом, бом. Ай, черебири-бири, ай, черебим, черебим, бом, 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 бом. Деяния, а евреи держат марку. Мы привезли вам жениха, а он привез подарки. Подарок есть в наличии, порадуйтесь немножко. По русскому обычаю, еврейская матрешка. Черебим, черебом, черебим, бом-бом-бом, черебом, черебим.
бом-бом-бом. Ай, чири-бири-бири, ай, чири-бири-бири, ай, чири-бири-бири-бим-бом-бом. Ай, чири-бири-бири, ай, чири-бири-чири-бим-бом-бом-бом. Приступим, как закон велит, к важнейшему этапу. Наденем Мишеньке талит и праздничную шляпу. Невесту так давно жених мечтает. Жених готов! А под хупой невесты не хватает. Черебин, черебом, черебин, бом-бом-бом, черебом, черебин, черебом, черебин, бом-бом-бом-бом. Ты же понимаешь, это вообще... А дырки где? Нет, ты заметил, по талисам мужчина с женщиной танцует. Это что такое? Это вообще... Они переделали. Нет, ну понимаешь... Они немножко переделали. Ай, черебили-били, ай, черебин, черебин, бом-бом-бом-бом. Да? Да. Спасибо. Полина. Спасибо, спасибо. Что-то я обладаю спустя. Полина, я хотел бы, чтобы на месте Розы была ты. Когда-нибудь. Спасибо большое, Мишенька. Спасибо, ребят. Проходите в свою комнату. А у тебя сюрприз был от себя, понимаешь? Ты сам в танце показал вот свои темпераменты, эмоции. А это правильно. Ты правильно. Ту любовь, потому что... Желание да. Именно познакомиться. Да. Ой, просто шерсть с дыбом. У меня прямо все ваше... От еды? А? Кошерный. Не от еды кошерной, от музыки, от того, что все так искренне, так по-настоящему. И в этом есть такая любовь, и такое все пронзительное. Просто ой, все мои чресла просто томятся в ожидании. Кому же пойдет сегодня Амалия, Амалия? Григорий. Что ты думаешь? Ну и как ты думаешь, кто он или собственно, или ты? Антон. Собственно, я? Собственно, или ты. Или первый еще? Ну, или, собственно, я. Первый или ты? Ладно, давай. Не, ну можем о тебе поговорить. Нет, пожалуйста, есть хватит больше... меня. Что скажете? Мне понравился Миша. Правда? Мне понравилось то, что у него квартира в Питере. Для У-у-у. Меня это немаловажно. Правильно. Я знаю что цену недвижимости. А московская квартира вам не подходит? Почему? В принципе, когда у мужчины есть квартиры, для Вики это уже важно. А очень. У наших вот, предыдущих тоже были. А вы знаете, что у второго жениха две квартиры в Смоленске своих? Так, на минуточку. Мам проснулась, по-моему, к третьему жениху. Если вам квартиры нужны, то Гришка здесь больше... Смоленск – это регионы, там низкая стоимость недвижимости. То есть это не, а вы ее продавать не столичную квартиру, это не тянет. Нет, невеста тоже сама из небогатой семьи, а хочет богатой жизни. Понимаешь, я от невесты как раз этого не слышал. Я это слышал от мамы невесты. Мама невесты всегда хочет лучшего для своей дочери. Это всегда так. Вы-то сами в дочь что вложили-то? Приданого вашей дочке... А? Девушка хороша собой, у нее хорошее образование. Да, но не целомудренная, 24 года. Ну, не целомудренная, это сегодня уже не так актуально. Да. Что общество изменилось. Она не разрешает руками себя трогать. Ну, потому что я она поняла, сейчас что это целомудренная была бы. Нет, давайте мама как-то тоже к женихам это. Не слушай, так явно. Даже блудницы раскаивались вот и начинали новую жизнь. А я не девственница, что я думаю дам? Да я не про... Хотя, не может быть, и девственница, но я тоже не дам себя трогать Мишке или Гришке. И главное, чтобы это стремление она добилась. Да, добилась своей цели. Это самое и создала главное. Хорошую крепкую семью. Да, правильно. Но мы надеемся, так оно и будет. Мы надеемся, что она выберет меня. Давайте не будем скрывать. Красивых женщин встретить, которые родят себе красивых детей, очень сложно, очень. Вот такую породистую красавицу, которая все соображает, это большая редкость. Поэтому, конечно, она будет украшением для любого мужчины еврейского, состоятельного еще и лучше. Бедный пусть живет с тем, что осталось. А богатый может себе позволить такую красавицу, как Полина. Почему нет? Мне кажется, третий претендент, Миша, нам подходит. Нам с Полиной подходит. А вы, Михаил, что скажете? Я поддержу решение мамы, но опять-таки говорю, что все парни достойны. И общение все. С любым из них – это... Изумительные совершенно парни. Да. Я в сомнении. Мне очень понравился Антон. Мне понравилось то, как он на вас смотрел, и то, как вы смотрели на него. Я на самом деле практически на нее не смотрел. Ну, потому что как-то... Антон, я вижу, зажглась у вас душа, понимаете, сердце. Это мы сразу мгновенно, так сказать, с первого взгляда. Не корите себе, если к нему пойдете. Вы да, это действительно так, потому что и физическая совместимость у вас с этим человеком Тамара уже посмотрела. Есть, да. Все деньги у нас сейчас в провинции.
Понимаете? И у тех людей, которые имеют прекрасное образование и делают что-то. Поэтому я за Гришу. У него супер прекрасно, уж поверьте мне. Авраам, Маше и Гирш. Поэтому, к кому пойдете, мы в любом случае вас поддержим. А если невеста к нам зайдет, выйдете за ней? Иду. Ну тогда будем ждать, чтобы она пришла в нашу комнату. Я предлагаю всем выйти и поддержать Полину. Привет. Садись. Я постою. Я очень рад, что ты меня выбрала. Вообще, я считаю, что завоевать доверие мамы – это очень серьезная победа. Моей мамы особенно. Я заметил. Вот такая у нас прекрасная пара Миша и Полина. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Рада за вас. Спасибо.